Лечила и делом, и словом. С такой теплотой сейчас вспоминают о Ярославе Яковец, барнаульском враче-урологе, которая недавно трагически погибла от нападения собаки. Больше 35 лет женщина отдала алтайской медицине и своим пациентам. Они благодарны доктору и по сей день. Это был врач, про которых говорят от Бога. Она всегда делала для пациентов своих больше, чем даже от нее зависело. Позвони ей в любое время, в выходной день, в праздники, даже ночью. Она всегда поможет, она всегда даже на удаленном режиме сначала даст какие-то рекомендации. Ирина долгое время мучилась от пилонефрита. После неудачных походов по клиникам девушке все же удалось найти, как говорится, своего врача. Яковец не просто назначила действенное лечение, но и поддержала пациентку морально. И на приеме в декабре врач со спокойной душой отпустила уже выздоровевшую девушку. В первый раз в жизни, я была у нее много раз, она не назначила повторный прием. Я так еще разворачиваюсь на пороге, говорю: Ярослава Валерьевна, а на контроль-то когда? Она так на меня посмотрела и говорит: Ир, да если все нормально будет, то и не надо. Как будто чувствовала. В канун Рождества Ярослава Валерьевна не стала, но ее знания и опыт будут жить в учениках. Яковец была кандидатом медицинских наук и доцентом кафедры урологии и андрологии в Алтайском медуниверситете. Женщина успешно сочетала обучение студентов и практическую деятельность. Сейчас многие ее выпускники – известные практикующие врачи. Мы знакомы, ну, наверное, более 20 лет. Все еще началось со студенческой скамьи, с тех пор, как она преподавала и читала лекции в нашей группе на цикле урологии. Мы потеряли одномоментно, мгновенно прекрасного врача, педагога, человека, который всю свою жизнь положил на алтарь медицины. Ярослава Валерьевна вела научную работу и участвовала в деятельности Краевого общества урологов и Конгресса урологов Сибири. Имела множество наград в своей области. Для алтайской урологии ее уход – невосполнимая утрата, добавляют коллеги. Конечно, она за это время приобрела очень большой лечебный опыт, диагностический опыт. Ее любили пациенты, к ней очень многие приходили. Она меняла иногда место работы, все равно ее находили и приходили к ней снова. Поэтому, конечно, это утрата и для службы в целом, и для кафедры. Участвовала доктор Ярослава и в сюжетах телеканала «Толк». Ее экспертное мнение и помощь служили опорой для разных материалов о медицине. Похоронили Ярославу Яковец на Михайловском кладбище. Мария Мацаби, Александр Антропов. День с «Толком».